всем, Изи, привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс. Это наш хомячок сирийский, ее зовут Фани. И у Фани вот такое большое семейство. Она живет не одна, она живет с вот такими маленькими пупсиками. Это ее дети. Их целых 12. 6 рыжих, 6 черных. Я с утра первым делом, когда встаю, что делаю? Прихожу Фаньку кормить. Но смотрите, здесь у нее корм. Она кормушку всегда сверху на гнездо складывает. А гнездо переезжает по-прежнему. Такое оно у нас мигрирующее каждую ночь. Дети, кстати, стали уже разбегаться. И я вчера ей положила слишком много кабачка, и мне его отсюда сегодня нужно забрать. Потому что, похоже, еще Алиса подкормила тоже кусочком кабачка. Потому что они свежие, им нельзя. И вчера мы им давали кабачок, а сегодня сделали вот такую кашу. Хочу все-таки еще раз попытаться... О, господи, нет! Хомяк с разбега нырнул в кашу и стоит теперь в ней. Ест прямо в каше. Видно, вкусная. Я просто хочу, чтобы дети тоже начали кашу кушать. Так будет намного проще. Смотрите, слушайте, хвост такой длинный. Вон черный торчит. Вот этот вот черный хвост, как у китайского хомяка. Хомячонок от меня отбрыкивается. Уже, по-моему, вот завтра. Завтра должны открыться глаза. Он ищет, где еда. Нашел морковку из корма. Не, смотри, еда вот здесь. Здесь еда. Слишком высокий бортик. Что-то у нас каши дела вообще никак не идут. А ну-ка, давайте попробуем яйцо. Может, они яйцо будут есть? Так, Фанька, на тебе яйцо. Вот сюда. А детям вот здесь. Они лежат, зевают. А ну-ка, давайте. Вот, смотрите, яйцо. О, молодец. Сразу стал кушать. Смотрите, как муравейник оживился. Обожаю вот этот промежуток времени, когда они еще слепые, но уже начинают есть сами. И они так громко плямкают. Набивают щеки себе. Вот, вот так вот. Кушайте, дети, кушайте. Кушайте. Еще бы вы кашу ели, вообще бы цены вам не было. Но белок, конечно, полезнее. Сейчас они будут плямкать, набивать щеки. Наконец-то научились они у нас кушать прикорм. Вчера у нас был, получается, кабачок, а сегодня у нас яйцо. Отварное, белочек. Вот так вот. Кушайте, дети, кушайте. А то мама в другой угол относит. Сегодня я заметила, что мама лежала в другом углу. Она уже от них отдыхать стала. Начала уходить в угол противоположный от гнезда и просто там хотя бы немножечко спать. Ну, потому что сил очень много уходит. Детей много, молока надо много, энергии расходуется много. Плюс они еще разбегаться стали. Это пока всех рассоберешь. Только соберешь, они опять разбежались. И приходится ей за ними, за всеми гоняться. При этом еще нужно силы свои как-то сохранять. И поспать же хочется, сколько дней она не спавши. О, хороший лист салата, правда? Кстати, хомячатам тоже можно и салатик дать. Может, кто-то больше, чем яйцо, больше зелень любит. Они как маленькие гусеницы обычно хватают и давай грызть. Но нет, яйцо им больше понравилось. Мне нравится, как вот этот черный в лапах держит и жует. Из-за того, что хомяк очень ручной, она меня постоянно допускает к гнезду, дает мне еду туда приносить. Смотрите, я вот даже крошу уже в гнездо, она не боится. В принципе, даже вот одного хомячонка я взяла сейчас, поставила поближе. Вообще ничего страшного не будет. Но это только мой хомяк такой. Если вы решите такое закидон сделать к неприручному своему недавно родившему хомяку, съест она как миленькая этих хомячат. Просто у меня хомяки дома, те, которые, они выведены добродушные, они выведены те, которые доверяют людям. Потому что она же у нас родилась, и ее с самого детства тискали все. Хватали в руки, брали, кормили с рук, она очень любит червей кушать. И поэтому очень спокойно относится к тому, что человек – это хорошо, человек – это доверие, человек – это вкусный корм, а еще человек – это тот, кто с тобой всегда погуляет. Поэтому она все время, когда я ее снимаю на камеру и разговариваю еще с ней, она бегает, прыгает и пытается выбраться, потому что знает, что пришел человек, выпустит погулять, но сейчас гулять никак нельзя. Еще 2-3 дня глаза откроются, колесо поставим, и тогда уже можно будет брать тебя гулять. Хотя я даже знаю, у кого глаза первыми откроются, я прям их вижу. Смотрите, вот этот черненький, у него уже прям большие глаза. И прям вот такие они выступающие, вот там внизу сидит.
И вот у него глаза должны, наверное, первыми открыться. А у некоторых рыжих я прям смотрю на них, мне даже кажется, что щелочки. Ты ко мне пришла, да? Ты пришла потоптаться? О, смотрите, а черненький вон стал салат покусывать. Ну, короче, понравилось им яйцо. Кашу, видимо, мама сама будет есть. Единственное, что если вы даете прикорм в виде каши вот такой вот, то далее, если они съели, через время сразу же это нужно забирать, потому что хомяк иначе будет доедать, каша может прокиснуть, и он прокисшую съест, и будет у него болеть живот, и может хомяк умереть, если наесться вот такого пропавшего. А если хомячата очень хорошо уже едят, вот если этому выводку где-то дней через 5 вот такую тарелку с кашей поставить, они ее уметут за 5 минут. Или салата исчезает прямо на глазах во время съемки видео. Ну, вы это скоро увидите. Если вдруг не подписаны, подписывайтесь на канал. И еще один момент. Ребят, с каждым днем количество подписчиков наших увеличивается. Очень много людей, которые подписываются в нашу группу ВКонтакте. И там постоянно в личку мне задают вопросы. Что делать, если у моего хомяка то? А правильно ли я содержу хомяка? А как правильно содержать? А можно ему дать редиску? А апельсином покормить? А какие опилки нужны? А какое правильное колесо? А мое колесо правильное? А что делать, если у меня у хомяка понос? И тому подобное. Вопросов огромное количество. И вот представьте, вот сейчас висит там около 600 запросов, да? И я должна каждому ответить. И я решила так. Я много лет училась тому, чтобы правильно ухаживать за животными. Я много лет помогала вам, снимала видео. Вам некоторым лень даже просто в поиске вбить название вопроса и найти ответ на этот вопрос на нашем канале. Поэтому, если кто-то вдруг хочет задать вопросы, если у него что-то случилось, он не знает, как поступить правильно, у нас появилась на сайте, в нашей группе ВК, такая функция, как платная консультация. То есть вы можете задать мне вопрос, поговорить со мной в течение 20 минут. В течение 20 минут я вас консультирую, вы мне задаете вопросы, я на эти вопросы отвечаю. Стоимость такой консультации стоит 500 рублей. Если вы хотите большую полную консультацию, чтобы я рассказала все, что я знаю, и посмотрела на вашего хомяка, и сказала, как правильно содержать, что у вас правильно, что неправильно, ответила на все ваши вопросы в течение часа, то консультация часовая стоит 1500 рублей. Таким образом, те, кто хочет получить консультацию от блогера, или, я так подозреваю, просто пообщаться с блогером, можете купить консультацию и пообщаться. Единственное, что я вам могу сказать, времени у меня очень мало. И даже уже сейчас, заявляя об этом в видео, о том, что появилась платная консультация, у меня уже есть очередь из тех людей, которые хотят получить такую консультацию. Поэтому консультирую я всего 2 раза в неделю в порядке очереди. Вы можете записаться заранее и получить такую консультацию. Вы делаете запрос, оплачиваете консультацию, и мы с вами по Вайберу или по Ватсапу беседуем в течение 20 минут или часа и решаем все ваши вопросы, которые вы не можете решить самостоятельно. Вот такое у нас новшество на данный момент. Ну и многие часто спрашивают, где купить мебель для наших хомячков, где купить корм. Все это тоже вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Ну а для тех, кто хочет ближе познакомиться с нашей семьей, заходите на наш канал Изи Роза, там мы снимаем о своей жизни. Алиса стала снимать больше, у нее появился интерес к этому. Она стала выкладывать фотографии в Инстаграме. И так что подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на канал Изи Роза и встречаемся там при просмотрах нового видео. Фанечка побегала 2 минуточки, поняла, что я ее не буду брать на ручки, решила подкрепиться. Хомячата уже доедают остатки того прикорма, который я им дала. И я так думаю, что она скоро пойдет и уляжется на гнездо, если я отойду от контейнера и выключу свет. Не будем мешать нашим маленьким питомцам, пусть растут. Кстати, там уже есть брони на хомяков, есть брони на черных, есть брони на рыжих хомяков. Поэтому, кто хочет купить хомяка, это тоже только в нашей группе ВКонтакте. Так что, кто хочет хомячат, либо кто хочет консультацию, заходите, бронируйте.
и будем с вами дальше общаться. Есть еще в группе ВКонтакте у нас чат, где мы общаемся друг с другом. Для этого тоже нужно сделать запрос на нашей группе ВК в сообщениях. Ну а завтра в новом видео вы увидите новую часть «Утро наших хомячков» продолжение.